Есть у нас в игре один такой любопытный нервный срыв, как ярость, который делает вашего колониста агрессивным, как всем окружающим. И он бежит и всех начинает бить. И ничего страшного, если данный колонист является каким-нибудь хлюпиком, который падает в нескольких ударов. Никаких проблем. Главное не выбить ему глаз и не отбить ему пальцы. Но что если нервный срыв случится у такого персонажа? Тут вариантов не очень много. В основном только бежать. И как можно быстрее. Дело в том, что данный нервный срыв все-таки имеет ограничение по времени действия. И он рано или поздно закончится. Не забывайте только, что он будет нападать и на животных, и на других персонажей, и на все, что будет ему мешаться, в том числе, наверное, даже на турельке. Из любопытного, он при этом иногда останавливается, немножко потупить и выбрать цель. Бег еще никогда не был так полезен для здоровья. Он настолько дикий, что атакует даже диких животных, которые рядом находятся. Можно даже раскайтить его об ни в чем невинных зверушек. И вот, спустя 14 часов беготни, он наконец-то успокоился. И не говорите потом, что берсерк не контрится.